старое место, но хочу по-новому взять немножко, взять больше правого берега каким-то вот таким вот образом. Облетело все уже, золотая осень кончилась, все находится в ожидании снега. Ну вот косые эти лучи солнца, если они меня доживут до конца моего сеанса, то попробуем их передать. За кустами там чуть-чуть уплотняются цвета, становятся более такие явные, напряженные. Но когда соседи берутся, все это уходит, вся эта напряженность. И так потихонечку вот. Ритмы, главное, тут оставляем, соблюдаем их. Так как диагонали в работе, диагонали в небе тоже они тут должны быть. Нельзя тут нарисовать одно облачко тут, какое-то невнятное, и все. Красненького. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно взять сейчас, видимо, дальний план. Какого он цвета? Ну, тут уж кому как мерещится. Пишем дальний план, а думаем о каком? О переднем. Тут вариантов нет, иначе мы не попадем в отношение в тона. Так и так дальше. Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала «Анатомия пейзажа» Алексея Ефремова. В связи с наложенными YouTube ограничениями на зрителей из России, мы вынуждены были переехать на другую площадку. У нас раньше была создана страница с одноименным названием «Анатомия пейзажа» Алексея Ефремова ВКонтакте. Поэтому мы решили не мудрить и переехать ВКонтакт. Теперь, к сожалению, видео стали монетизироваться напрямую, и посмотреть их можно только по подписке. Это вынужденная мера, мы не можем работать себе в убыток, поэтому хотя бы как-то, чтобы компенсировать, видео будут выходить в закрытой части. Итак, как можно перейти к новым видео? У себя ВКонтакте нажмите на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа» Алексея Ефремова. После того, как вы на него перейдете, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно посмотреть видео. То есть во вкладке ВК донат. Да, видео теперь будут доступны только по подписке. Это хоть как-то поможет нам компенсировать наши затраты на его дальнейшее существование. Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать кнопку «Поддержать автора». И вы получите предложение «Подписаться». То есть мы выбрали минимальную сумму 100 рублей в месяц. Если вы хотите предложить большую сумму, то выбирайте другие варианты. На год подписываться пока не рекомендую, потому что мы не знаем, что будет дальше. И не можем прогнозировать существование канала, если не наберем определенное число подписчиков. То есть работать постоянно в убыток мы тоже не можем. Поэтому чем больше людей вступит в нашу группу, чем больше людей подпишется, тем видео будут более качественные, видео будут продолжать выходить. И я надеюсь, мы сможем этот период пережить, когда YouTube снимет ограничения и все вернется. Видео будут выходить по-прежнему на YouTube в обычном формате, без необходимости подписки. Но, к сожалению, пока вынуждены работать вот таким образом. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа» Алексея Ефремова. Подписывайтесь в донаты. И я надеюсь, за счет количества зрителей нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч. Удачи вам. Смотрите нас.